Наверное, это будет актуально, видите. Обещали хороший сделать памятник, но в итоге ровно как с дамбой, все стырбили. Весь памятник в память о наводнении 2013, это вот 6 плит, еще 4 бордюра бэушных. Вот такие наши праздники. В этом вся путинская Россия, в этом празднике. Ой, памятники. Сначала утопить нахер, создать проблемы, потом сделать все на... Ну, как это называется? И матершинное слово, да? Смотрите, и тут же рядом вот очередные памятники, дивизионы. Ерофей Максим Пасар. Ой, дурдом полный просто. И вот из него хочется выбраться, поэтому мы сегодня собрались ездить на уток посмотреть. Вот сюда, вот здесь уже были, там идут, видите, вот сейчас покажу. Тучи. Вчера весь день дождик такой шел, затяжной, грибной, может, грибы будут. И едем мы на дамбу. Я уже здесь был в солнечное время, как-то ездил. Сейчас вот выскочили из города. Это вот въезд в город Комсомоль со стороны трассы на Хабаровск. Ну, собственно, одна трасса тут, другой нет. Туда она к мосту идет. Ну, а это вот дамба, помните, да? Сейчас вот повторим, как она уже чувствуется осень. Чувствуется уже как бы, что, ну все, лето кончилось. Это вот Газпром прет газ. Зато они себе, он памятник нерукотворный построили. Ну, а нам вперед.